Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Пора готовиться к посадке зимнего чеснока, чтобы уже весной получить хорошие крепкие всходы. В этом видео поговорим о том, как вырастить большие товарные головки от зимнего чеснока, от чего зависит размер чесночной луковицы и как это обеспечить. Чеснок хорошо укоренился и не пошел в рост в зиму, его высаживают при понижении температуры. Примерно за полмесяца до начала устойчивых заморозков. Поэтому посмотрите, каким был температурный режим в прошлом октябре. Затем проанализируйте прогноз погоды на будущие 2 недели и готовьте посадочный материал. Какой участок выбрать для посадки чеснока? Отдайте предпочтение солнечной части огорода. Там, где росли картофель, капуста или огурцы. Чтобы чесночные головки были крупными в будущем году, в качестве посадочного материала я использую крупные средние зубки, взятые с наружной части головки. Мелкие внутренние зубки оставляю для соусов, салатов и прочих блюд. Такие я не высаживаю. Чтобы чеснок вырос крупным, как кулак, нужно обязательно удобрить грядку перед посадкой, перегноем или компостом. Посортируйте минеральными удобрениями. Пропорции внесения удобрений я указала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. Чтобы чеснок хорошо перезимовал и зубки не подгнили, обязательно просмотрите посадочный материал. Отбракуйте подгнившие, сухие и поврежденные головки чеснока. Также желательно перед посадкой за несколько часов до посадки продезинфицировать посадочный материал одним из подручных средств, имеющих фунгицидные свойства. Это может быть и содовый раствор, и водный раствор медного или железного купороса, и марганцовка, и крепкий водный раствор карбамида, и даже соленая вода. Надеюсь, видео было полезным и познавательным. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях. Хорошего урожая! Скоро увидимся!